Ну и неделька. Вчера вечером лег и проспал 12 часов. В себя хоть пришел. А я смотрела очень интересный фильм и не заметила, что уже час ночи. Рано обычно ложишься. Была бы моя воля, до утра бы не ложилась. Но вставать ведь рано приходится. Я раньше тоже часто ночами не спал. Теперь и так уж не могу. Старею, наверное. Бену, помнишь, ты сказала мне, что ты несчастлива? Я постоянно думаю об этом. Не скажу, что я несчастлива. Не хотела расстроить, прости. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А я счастлива, Керем, честно. Просто для меня большее счастье любить, а не быть любимой. Ты намекаешь на то, что я не люблю тебя? Нет же. Скажем, любить для меня всегда было важнее, чем требовать любви. Ты всегда жертвуешь собой. Отдаешься без остатка. И не ждешь взаимности. Такой у меня характер. По-моему, ты к себе несправедлива. Что поделать, какая есть. Да не важно все это. Ну, а как наши ностальгические прогулки? Я кое-что придумал. В Берлине на Хайнерштрассе было такое кафе «Роккауф». Ты помнишь его? Любимое место байкеров. Конечно, помню. Часто бывала там. Постоянно искала себе спутника, чтобы сходить в этот клуб. Съездим туда как-нибудь. Что, в Берлин? Угу. Скажем, на выходные. Вечером в пятницу улетим, в воскресенье вернемся.